Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале «Голос Силиконовой долины» с вами Светлана Портнова. И сегодня мы поговорим об английском языке. Хотела сказать, что спасибо большое за многочисленные вопросы. Мы потихонечку будем объединять их в группы и будем отвечать на них по мере возможности. Вопросов уже очень много, и английский язык – вопрос, который привлекает очень многих людей. Поэтому сегодня мы поговорим именно на эту тему. Я не специалист по иностранным языкам вообще. Более того, мне языки не даются легко. У всех людей, естественным образом, разные способности к изучению языков. И вот у Михаила, у него очень хорошие способности, он всю жизнь в школе и в институте изучал немецкий язык, и, приехав сюда, освоил английский язык на таком уровне, что он ведет занятия на английском языке, у него отличная грамматика, и он не делает ошибок в предложениях. Я такими достижениями похвастаться не могу, у меня склонность к языкам значительно ниже. Но я учила в Советском Союзе, учила английский язык в школе и в институте. Знаете, как мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Не могу сказать, что это были какие-то блестящие знания. Но к тому моменту, когда я должна была сдавать экзамены в аспирантуре, там, в частности, был экзамен по английскому языку, мне просто повезло, потому что в том месте, где мы работали, там проводились курсы интенсивного изучения английского языка, и мне повезло попасть в эту группу и немножко разговориться, потому что, конечно, основная проблема изучения языка в школе – это у детей нет практики, и, может быть, даже какие-то вещи человек знает, но он на уроке стандартно может ответить на стандартные какие-то вопросы, но не более того, и разговориться для того, чтобы не было барьера, уже находясь среди, разговаривать, конечно, интенсивные курсы – это очень хорошо. Они мне помогли, в общем-то, нормально сдать этот кандидатский минимум по английскому языку. И перед отъездом мы еще брали там пару каких-то классов по изучению языка. Волею судеб так сложилось, что мы приехали в Америку, уже попали сюда, в Калифорнию, 1 декабря, там дальше Крисмас, каникулы зимние, и все колледжи, они закрываются на зимние каникулы, и у нас просто не было возможности сходить в эти колледжи. К тому моменту, когда они уже открылись в новом году, уже и не было необходимости. Значит, вопрос вот какой. Люди, которые хотят изучать английский язык, и один человек мне написал, вот если мне уже там 50 лет, стоит ли мне и могу ли я освоить английский язык. Весь вопрос в том, что вы понимаете под словом «освоить». Говорить, как американцы, вы все равно никогда не будете. Говорят без акцента дети, которые приезжают в возрасте 6 лет, и у них нет никакого акцента. Наша дочь приехала в возрасте 10 лет, у нее нет тоже никакого акцента, но дети более старшего возраста, уже 18 лет, у них уже остается какой-то акцент. Они хорошо говорят на языке, они обучаются в колледже, у них нет никаких проблем с общением, но у них есть акцент. Люди более старшего возраста, каждый в меру своих способностей, каждый в меру своей изначальной подготовки овладевают языком, в меру своих способностей и в меру того, сколько времени они готовы положить на это, на процесс освоения языка, уже находясь здесь, в Америке. Если это просто праздный интерес, и вы спрашиваете о вопросах изучения языка, находясь в стране русскоязычной, да, то любые способы хороши. Есть очень много курсов, есть очень много видео на английском языке, есть просто живые новости, живые репортажи на языке носителей. Нужно наслушаться, нужно научиться изучать и правописание, и всякие правила, и так далее, и так далее, и так далее. Если же речь идет об эмиграции, это немножко другая история, потому что все, что вы можете сделать, находясь на месте, находясь в России, нужно сделать. Это и классы, и просмотр передач, и изучение лексических единиц. Все, что вы можете сделать, нужно на это тратить время. Другое дело, если вы приезжаете в страну, и у вас сразу есть разрешение на работу, и вы вместо того, чтобы идти работать и обустраиваться в этой новой стране, говорите: нет, я еще не готов идти работать, у меня язык плохой, я ничего не понимаю, я не могу разговаривать. Фактически, тем самым вы перекладываете на кого-то ответственность за свою семью, за себя, за свое финансовое состояние, потому что это же вопрос, как быстро вы начнете зарабатывать деньги, как быстро вы начнете себя обеспечивать.
Я знаю очень много людей, когда, например, приезжает супружеская пара, и муж там программист, он быстро находит работу, а жена не спешит идти на работу, она говорит: «Не, я пойду поучусь, у меня язык не очень хороший». Какая штука? Опять, это моя субъективная точка зрения. Я не специалист по языкам, я не специалист по лингвистике. Моя собственная точка зрения такая. Дело в том, что когда человек идет в колледж, ему дают общий язык, не предметный, не направленный в узкую какую-то специализацию. Вообще язык. Вот в то время, когда мы приехали, наши знакомые, которые посещали курсы в City College, они писали сочинения, эссе про полет человека на Луну, про там какие-то восстания в каких-то странах Африки в 18 веке. И в целом для развития, боже упаси, это все очень хорошо. Это я вовсе не собираюсь критиковать метод преподавания в колледжах. Однако, если у человека задача освоиться и быстрее выйти на работу, то, с моей точки зрения, вот такое изучение языка – это просто трата времени. Язык, он, в общем-то, большой очень, он всеобъемлющий. Однако, для того, чтобы найти работу и успешно трудиться в какой-то конкретной области, может быть достаточно, я не говорю, что это хорошо, но может быть достаточно, да, как минимальное условие, какой-то лимитированной лексики, необходимой для получения работы. И для того, чтобы освоить эту лексику, не нужно прикладывать так много усилий, это не занимает много времени. Нужно просто специфически подготовиться к тому, чтобы пройти интервью, получить работу. Что для этого нужно? Для этого нужно, как минимум, уметь рассказать о себе со всеми вопросами. А что ты делал на работе? А как ты это делал? А в чем заключался смысл? А, ну, в общем, нюансы своей работы, да? И иметь стандартное резюме, но самое главное в этом вопросе – уметь рассказать о себе – это, конечно, замечательно, потому что, в конце концов, можно заучить свою историю наизусть, просто как стихи. В этом во всем вопросе очень важно понимать на слух. И если вы уже находитесь в стране, то понимать на слух может вас научить только жизнь. Ну, не только жизнь, неправда. Телевидение тоже, опять же, радио в машине и так далее, но и жизнь в первую очередь. Поэтому ходить в колледж и общаться там с людьми, которые изучают английский язык как second language, то есть не основной язык, которые сами едва лопочут, это среда неправильная для того, чтобы научиться понимать речь такую, какая она есть вокруг. Мне кажется, что правильно идти, даже если ты не можешь устроиться на работу, идти куда-то волонтерствовать, идти куда-то в среду, в госпиталь, туда-сюда, и там подхватывать язык, там, где люди, эти самые native speakers, которые говорят на английском языке, как на родном языке. Интересный парадокс в изучении языка. Я на себе замечала это неоднократно. Если разговариваешь с человеком, который носитель языка, то он замечает, что сам начинаешь лучше разговаривать. Язык становится такой сочный, такие обороты шикарные появляются, и так прям приятно себя слушать. Если общаешься с человеком, который едва лопочет и подбирает слова, и говорит «моя, твоя» не понимает, то также и сам начинаешь разговаривать на языке и думаешь: «Господи, да откуда же из меня такое вылезает? Да я же уже понимаю, что так сказать нельзя. Почему оно вылезает вот так неправильно и так плохо?» Поэтому надо идти в хорошую среду, благо, вместо того, чтобы тратить время в колледже. Это мы говорим о полезном использовании времени и, с моей точки зрения, неполезном использовании времени. Значит, нужно идти в среду, нужно идти волонтером в госпитале, там, где работают белые люди, в организации в общественной, там, где работают носители языка, и с ними находиться там. Если вы работаете бесплатно, вам никто не скажет, что у вас плохой язык и так далее. Вы предлагаете свою помощь, вы работаете на отдачу. И вам, безусловно, воздастся старица. Во-первых, вас возьмут туда и разрешат вам приходить и помогать бесплатно. А во-вторых, с удовольствием с вами будут разговаривать. Разговаривать будут люди, у которых хороший английский язык. Вы можете найти, например, здесь есть центры, куда ходят пожилые люди. Этим пожилым людям совершенно нечем заниматься. У них прекрасный язык, они могут быть достаточно развитые в целом. И с ними разговаривать одно удовольствие. И они с удовольствием будут вас поправлять и корректировать ваши ошибки. И это то место, где придет язык.
тратить время, и это можно тратить, на это могут годы уйти, ходить уже здесь, имея разрешение на работу в колледже, изучать язык, по-моему, это неправильно. Вот, ну вот такая вот тема, что-то тут у меня с парковкой, так это непросто. Ну вот на этом коротком таком моменте мы и закончим эту тему с языком. И я желаю всем успехов!